11:01. Давай, покажи время нормально. 5 декабря. В 2 часа вылет. За 1,5 часа регистрация. В 12 часов надо выезжать уже. А у меня еще ни хрена не собрано. Че? Сколько времени проходит, ни хрена не меняется. Надо с ним что-то делать. Надо приучивать себя жить в графике. Я накидал примерно график. Несколько дней назад думал, все успеется. В итоге что-то ни хрена не успевается. Полетел, короче, в Новосибирск, но сутки пройду в Иркутске. Следующий видос, наверное, уже с Иркутска будет. Скачаю видосы, чтобы в полете было что смотреть. С Гурского опять качаю. Надо пересмотреть его отчеты об его приключениях и путешествиях. Так, ну, сейчас быстренько пойду душик приму. Быстренько все скидаю в сумку, да поеду. Удачи мне! Сначала в Иркутск, на следующий день в Новосибирск. К Коляну.